Понедельник – день веселый. Студенты 8 самарских вузов приводят в порядок сквер Фадеева. Для многих из них место знакомое и любимое. Согреваем мусор. Не холодно? Да нет, нормально. Свежо. Это же все для нашего, ну, для нашего здоровья, для нашего блага. Мы делаем это все для себя, чтобы тут нам было приятно гулять, отдыхать. Студентов пригласили активисты движения «Чистый город» и молодежного парламента. Субботники проходят по всему городу. В каждом районе работают по 200-300 человек. Ворошат снег, разбивают лед, собирают прошлогодние листья и мусор. Приводят в порядок все скверы, парки и площади. Это те места, где в дальнейшем, когда наступит еще более теплая, замечательная погода, когда наступят каникулы, молодежь будет проводить время, отдыхать, гулять, играть в футбол и заниматься другими видами спорта. Авангард молодежи, который состоит в молодежном парламенте, прекрасно понимают, что они должны показывать пример всем молодым жителям и просто жителям районов города, что они должны участвовать в благоустройстве, и там, где они уберутся, они уже 100% не будут мусорить, и их друзья будут поступать так же. Умеренная физическая нагрузка на свежем воздухе и общение с друзьями – такая работа студентам по душе. Тем более, что в этом году девиз всех субботников – «Поработал – отдохни». В конце апреля все участники уборки получат подарки и сувениры. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События.